Снова чаши. Чаши 15,5 сантиметров и поменьше. Почему-то казалось, что будет больше чаши не на 15 сантиметров, но их не так много, есть зато много 14 сантиметров. Так, начнем. Жалко, что нет никаких предложений в группе по поводу демонстрации, презентации. Я стараюсь о чем-то думать, чтобы всем больше было понятно деталей. В то же время понимаю, например, забываю упускать сравнительный анализ чаш, так это скажем, чтобы вместе их поколотить без ожиданий. Ладно. Начинаем.
хорошие чаши. Есть подозрение, что у этой чаши номер 226 какой-то есть брак. Есть звон какой-то на всех ударах. Вот. Возможно, как раз вот он брак. Этот, вот тут, может быть, плохо сейчас видно. Это трещина такая. Вот, она сквозная. И это видно хорошо. Ну вот, а остальное все прекрасно. Но когда из 100 чаш приходит несколько даже подобных, это не так страшно, их можно отправлять обратно на переплавку. Вот, а у меня есть гарантия, что мы все услышали, все нюансы, и не будет этих нюансов потом у кого-то уже дома. Это лучше, чем грязные пальцы, это гораздо важнее проверять такие вещи. Все, а у нас остались еще бихарские чаши 3. И можно все это выложить в интернет.